Вообще студенческое время прекрасное время. И те силы, которые сейчас у вас есть, пока вы молоды, пока вы полны надежд и не обломались, это очень важно на самом деле. Ваши деды и отцы жили в очень сложное время. И, к огромному сожалению, наследство от этого времени нам досталось жестокая конкурентная борьба между ними. Я надеюсь, что ваше поколение покажет им настоящий пример подлинного творческого и рабочего трудового партнерства и товарищества. Это то сейчас, чего не хватает и России, и каждому из нас, и всему миру, и всей планете. И это то, чем я заразился в стройотряде. Дух подлинного рабочего товарищества, полного трудового. И по этому поводу, друзья, я спою, надеюсь, с вами песню, которую написали мои друзья из ССО «Вега» давным-давно. Давайте вместе. Наденем же снова мы куртки зеленые, вдохнем аромат целины и вспомним от жаркого пота соленые давние детские дни. И вспомним от жаркого пота соленые славные летние дни. Вспомним, как утро встречали в подъемами, как не хотелось вставать. Вспомним, как утром сквозь улицы сонные шли на работу опять. Вспомним, как утром сквозь улицы сонные шли на работу опять. Потом глаза застилало порою нам, точеру рук не поднять. Но то, что мы с вами сегодня построили, будет веками стоять. Но то, что мы с вами сегодня построили, будет веками стоять. Пусть говорят, что романтики вымерли, пусть говорят, что их нет. Но снова отряды дорогами пыльными уходят, чтоб встретить рассвет. Но снова отряды дорогами пыльными уходят, чтоб встретить рассвет. Наденем же снова мы куртки зеленые, вдохнем аромат целины. И вспомним от жаркого пота соленые славные летние дни. Удачи вам в жизни! Побеждайте! Ставьте высокие цели! И в минуте гордости будьте скромны! Спасибо! Вадим Самойлов! Студенческий отряд «Импульс»! Радио «Факупи»!